Привет всем! Сегодня у нас 22 июня, зарядили дожди, идут каждый день, поэтому самое время приступать к подкормкам. Подкормим огурцы, томаты и перцы. Начинают завязываться вот такие вот томаты. Это у нас евпатор, малахитовая шкатулка, вот уже тоже такие томаты. Есть на кустиках. Там еще один евпатор. Вот такие вот висят перчики. После длительной жары, наконец-то, вот они пришли в чувство. Вот такие вот кустики. И огурцы. Вот такие вот висят. В этом году они довольно быстро достигли вот самой крыши. Сюда натянули веревки. В общем, будем пускать их на эту сторону. Продолжают они цвести. Сейчас никакие пасынки у них не удаляем. В принципе, вот именно у апрельского уже сейчас особо и нечего удалять, как бы он сам себя формирует. Для огурцов вот уже развели раствор. И сейчас покажу, чем будем подкармливать. Вот такие вот подкормки. Это у нас агрикола специально для томатов, перцев и баклажанов. А вот это идет для огурцов, кабачков и патиссонов. В принципе, по составу они практически идентичны. Не практически, а одни и те же у них составляющие. Поэтому не знаю, чем они отличаются, по большому счету. Ну, в общем, вот такая вот упаковка. Здесь у нас 50 граммов. Она рассчитана на 20 литров воды. То есть, в принципе, за один раз небольшое количество и томатов, перцев, баклажанов можно подкормить. Два, получается, 10-литровых ведра. И для огурцов вот такая же подкормка. Ей уже поливали наши огурцы. И, конечно, это делаем по пролитой почве. У нас так-то влажная земля, поэтому проливать особо не будем. А сразу разведем вот именно рабочий раствор. И, наконец-то, подкормим наши растения. У огурцов убрали лишние все листья, которые вот начали уже подсыхать. Их поубирали. Но так вот, именно те, которые зеленые, их не убираем, оставляем пока на кустах. Немножко подсыпали земли. И все проливаем. С каждой стороны. Жалеть вот этой подкормки не стоит. Все вот эти 10 литров их выльем под огурцы. Корни оголенные вот здесь вот, так как при поливах все равно немного земля вымывается. Поэтому сейчас вот сюда вот подсыпем немного почвы. Совсем вот немного грунта присыпали. И некоторые они прям окучивают вот этот стволик. Конечно, в более раннем таком периоде, когда огурец развивается, чтобы здесь какие-то дополнительные корешки вырастали. Но мы этого не делали. Там как почитали, все-таки лучше вот этого, вот это место его не присыпать. Могут какие-то гнили развиваться различные. Поэтому у нас вот они как растут, так и растут. Как посадили их, больше землю не присыпали. Только досыпаем, если оголяются где-то корни. Вот здесь вот высадили огурцы для позднего урожая. Еще здесь всего один настоящий листок начал вылазить. Это у нас большинство огурцов кураж. И точно так же сейчас подкормим и перцы, и наши томаты. Вот здесь вот первые черри томаты уже начали поспевать.
такие вот выросли баклажаны. Тоже их сейчас вот подкормили. Только они начинают зацветать. Растут они в парнике. И сейчас снова их укроем материалом вот этим белым. Ну вот, провели нашу подкормку. В выходные можно будет еще пролить дополнительно все зеленым удобрением. Времени пока не хватало вот до этого, поэтому сейчас вот непогода, можно заняться подкормками. А так все, поливки, какие-то были посадки еще. Сейчас вот, когда все подросло, уже можно смело подкармливать. В этом году, конечно, все гораздо позже, чем в прошлом году. Все дольше развивается. Ну а всем тем, кому видео было полезным, подписывайтесь на наш канал. Делитесь этим видео с друзьями. И заходите почаще в гости. Всем пока-пока. Вот такая вот у нас погода. Похолодало. И всю ночь, и весь день идет дождь. Как всегда, сперва сушит все. Ни капли дождя, а потом начинает сливать. Такое небо пасмурное. Но зато огород очень хорошо промочило. И картошка наконец-то начнет хорошо расти.